Сейчас я хотел бы рассказать свой доклад, который называется «Цифровые раскопки ретро-гейминга. Игры для ПК-метроши, которых никто не видел». Вкратце сначала расскажу, о чем будет доклад. Он будет состоять из двух частей. Вначале я буду рассказывать про контекст времени, какие игры были, когда, что они из себя представляли, что вообще из себя представлял компьютер Микроши. Вот. И во второй части я расскажу именно про сами игры. Почему игры, которых никто не видел? Дело в том, что здесь я буду показывать 5 своих игр, которые были написаны в конце 80-х, в начале 90-х годов. Вот. Раньше они нигде не публиковались. Единственный человек, который видел эти игры, это Виктор Пыхонин, автор небезызвестного эмулятора компьютера Микроши, компьютеров Radio 86RK и всей этой серии. Вот. То есть здесь вы увидите такой эксклюзив, который отлеживался на дискетах, на аудиокассетах 30 лет, и только сейчас первый раз он будет вообще представлен публике. Ну, давайте начнем. Значит, для тех, кто не знает, откуда появилась Микроша и что это такое. Значит, в 1982 году журнал «Радио» опубликовал схемы бытового компьютера, который назывался «Микро-80». Вот. В полной своей комплектации он состоял из 120 микросхем. Вот. В интернете ходит байка, что состоял из 200 микросхем, но действительно, на самом деле, все было не так страшно. Всего 120 микросхем. Авторы этого компьютера были Зеленко, Панов и Попов. Вот. И они продолжали тянуть тему этого компьютера достаточно долго, до тех пор, пока он не потерял актуальность. Вот. Значит, на первой фотографии мы видим микро-80. Вот. Он состоял из вот таких вот плат, которые модулями втыкались и общались между собой. Вот. Самое интересное, что этот компьютер был достаточно продвинутый. В нем предполагалось, и даже есть сборки этого компьютера, предполагалось, что в нем будет находиться 64 килобайта АЗУ. То есть помимо ПЗУ, на котором была управляющая программа записана, предполагалось, что он мог работать и работал, и набивался 64 килобайтами АЗУ по полной программе. Но этот компьютер, конечно, 120 микросхем, это было сложно, поэтому его решили упростить, на более современной элементной базе сделать. И в 86 году появился самый известный, наверное, бытовой компьютер самодельщиков, который называется Radio 86RK, я имею в виду отечественный компьютер самодельщиков. Вот. В нем уже было 29 микросхем, базовая версия 16 килобайт АЗУ, но обычно добивали всегда до 32 килобайт. Вот. Те же авторы, немножко менялся состав того, кто придумывал и электронную схему, и программу для этого компьютера. Вот. И в 87 по 92 год стал производиться производственный клон компьютера Radio 86RK. Назвали его Микроша, потому что предполагалось, что он будет поставляться в школы. Микроша. Ну, ша — это школы, микро — значит микрокомпьютер. Вот. Тоже небольшое количество микросхем, вот. Но немного измененная схема Radio 86RK, немножко измененные адреса портов. В общем, небольшие изменения, не очень критичные, но которые привели к тому, что даже на уровне записи на магнитную ленту компьютер Микроша и компьютер Radio 86RK были несовместимы. Вот. Непонятно, для чего это было сделано, но вот что было, то было. Вот ребята, которые разрабатывали этот компьютер и Radio 86RK, и непосредственно Микрошу. Это фотография из Яндекс.Музея. На Ютубе есть
полуторачасовое видео, с ними полное интервью, там эти дяденьки рассказывают очень интересные вещи, как они все это дело разрабатывали. Значит, по техническим характеристикам. Это 8-битовый компьютер Микроши, Азут 32 килобайта, частота процессора 1,7-1,8 МГц. На самом деле процессор был чуть-чуть быстрее, но его частоту специально занижали для того, чтобы с другими частями схемы он мог нормально синхронизироваться. Значит, базовая прошивка, так называемый монитор, это 2 килобайта. Вот. Это то, что запускается, когда компьютер включается. По сути, по современным меркам, это, наверное, можно назвать биосом. Вот. В нем были односимвольные команды, там команда просмотра памяти, команда записи в память одного байтика или последовательности байтов, просмотр 16-ричного дампа, вот. Команды загрузки, команды выгрузки с микрофона, с магнитофона и, в принципе, вот и все, что там было. То есть невозможно было этот компьютер включить и, например, использовать его как микрокалькулятор, так как это сделано, например, в спектруме. То есть в спектруме можно с помощью BASIC, например, было включить и сразу производить какие-то вычисления. Здесь, ну, если тебе нужны вычисления в 16-ричном виде, ну, что-то еще можно по-быстрому сделать. Но вообще обязательно нужно загрузить какую-нибудь программу. Интерпретатор BASIC тоже отдельно загружался. Так, видеопамять, значит, была 2 с копейками килобайта. По сути, это просто массив символов, которые мы видим на экране. Вот и все, ничего там нету. Значит, это черно-белый компьютер, количество знаков 64/25 знака. Вот. Графики не было, но была псевдографика. Значит, что такое псевдографика? Звучит устрашающе. На самом деле это вот внизу экрана вы видите вот такие вот символы. То есть одно знакоместо разделялось на 4 знакоместа, и все возможные комбинации, то есть либо залита одна четверть, либо не залита одна четверть. Вот 16 комбинаций. Таким образом, вот с помощью этой псевдографики можно было добиться разрешения 128/50 точек. Естественно, черно-белых. Значит, внешняя память, это был, конечно, магнитофон в базовой поставке, но были блоки расширения, модуль ПЗУ, вот, и дисковод предполагался. Вроде как даже был производственно выпущен, но многие его не видели. Вот. Предполагалось, что можно подключать принтер. Так, давайте дальше. Ну и постепенно мы переходим к тому, как же вообще происходил гейминг именно на этом компьютере. Ну, можете себе представить, да, что отдаленный город, региональный город, в нем то, что по официальным каналам поставки поставляется, то и приходит в магазины. И по сути больше ничего и нету. То есть человек, который купил компьютер Микроши, в комплекте к нему шла одна единственная кассета Микроши номер один. На ней, значит, записаны базовое программное обеспечение, то есть там редактор, BASIC, редактор и ассемблер, какой-то графический редактор. Вот, не помню, отладчик был, нет, не было отладчика. Вот. И несколько игр, меньше десятка. И вот с этим добром ты должен как-то жить. Ну, естественно, ребенок вначале загружает все игры, играет в течение пары недель где-то, переигрывает все игры, какие-то проходят, какие-то слишком сложные. Вот. И, в принципе, все. На этом он не может пойти к другу и переписать какую-нибудь игру, потому что либо у друга нету этой Микроши, вот, либо, ну, в общем, у друга нету Микроши, как в моем случае было. Вот. Либо даже если у друга есть Микроша, то у него тоже одна единственная вот эта вот кассета, и все, и больше нету ничего. Поэтому, если хочешь поиграть в новую игру, тогда сделай ее сам.
Вот. И здесь я буду показывать 5 игр. Название их «Бумеранг», «Летающая крепость», «Непоседа», «Жизнь», «Алфавитные пришельцы». Вот. Но для того, чтобы об этих играх рассказывать, давайте немножко окунемся все-таки поглубже в контекст времени. И как мы видели компьютерную технику на рубеже 80-х, 90-х годов. Значит, ну для того, для чего вообще нужен компьютер в быту, в тот момент было мало кому понятно. Вот. Естественно, культуры компьютерных игр, там, компьютерных сетей, бытовых сетей, ничего этого еще не было. Вот. И, по сути, понимание, что такое компьютер, формировалось советским телевидением. А по советскому телевидению, как бы кондовая такая формулировка всегда была, что компьютер — это вычислительная машина. И вопрос, вот зачем тебе дома вычислительная машина? Зачем тебе дома компьютер? Что ты там собрался вычислять? Вот. И перед тем, как покупать компьютер, родители тоже мне этот вопрос задавали, зачем он тебе? Вот. И ответ такой, что, ну, потому что мне это интересно, я чувствую, что за этим компьютером будущее, это вообще не ответ. Вот. Ну и как советский пионер я не мог сказать, что компьютер мне нужен для игр. Да? Вот. И поэтому я размышлял над этим вопросом и в конце концов сформулировал так, что хочу разобраться, что такое программирование. Вот. Но на что мне ответили? Ну и зачем оно тебе нужно? Ну вот придумали сегодня компьютеры. Завтра придумают еще что-нибудь другое. Вот. И ты вот за все это будешь хвататься, во всем этом будешь пытаться разобраться. Зачем тебе это нужно? Ты лучше просто скажи, зачем тебе дома компьютер? Вот. В общем, в конце концов, я помню, что сказал родителям, вот следующие вот на тот момент, как казалось, практические вещи, которые можно на компьютере делать, зачем он может пригодиться. Значит, первое, это было ведение домашних финансов. Ну, то есть я подумал, что финансы — это вычисление, это вот учет, вот можно записывать, значит, не в тетрадочку, там показания счетчиков и сколько света накрутилось, а, значит, все это считать, какую-то статистику вводить там и за год посчитать, сколько там потратили денежек. Вот, значит, это я родителям сказал. Вот, потом, значит, на видео, по телевизору я где-то увидел, что с помощью компьютера расставляют мебель. И вот еще один пункт такой сказал. Вот захотим мы мебель переставить, запустим программу, и там, значит, вот так вот подвигаем и увидим, как вот лучше можно поставить. Вот. Ну и, естественно, я планировал использовать компьютер как мощный калькулятор, программируемый калькулятор, ну, для решения школьных задач. Вот. Конечно, боялся, как бы, чтобы не сказали, что тогда за тебя будет компьютер считать, а ты сам считать разучишься, если у тебя компьютер будет. Вот. Ну, в общем, в любом случае я эти вот пункты озвучил. И в какой-то момент, когда мне было 13 лет, наконец-то у меня компьютер появился. Вот. Значит, чем отличается один компьютер от другого, вот вообще никто не знал. В комиссионках можно было купить ZX Spectrum. Они уже, в принципе, были на тот момент, даже в далеких регионах, но они стоили дорого. Вот. Они стоили 1200, там, может быть, там, 1500 рублей. Вот. Это было дорого. Тем более никто не решался, ну, мои родители, во всяком случае, не могли решиться купить в комиссионке иностранную дорогую технику. Вот. Потому что если она сломается, кто ее будет чинить? Она иностранная. Вообще непонятно, что это такое. Вот. Поэтому, значит, в официальном магазине пришли и купили новый компьютер. Было два компьютера, насколько я помню, в тот момент. Компьютер Львов, цветной компьютер, и вот компьютер Микроша. Львов стоил 750 рублей, компьютер Микроша стоил 500 рублей. Ну, тебе на первое время хватит, значит, и такого. Купили, значит, компьютер за 500 рублей. Так у меня появилась эта Микроша. Вот. Ну, давайте теперь посмотрим, что из себя представляет Микроша с точки зрения пользователя, какая у него эргономика была. Ну, во-первых, вот на верхней картиночке сфотографирована задняя панелька Микроши. И можно обратить внимание, что там находится как минимум 4 круглых одинаковых разъема DIN 5.
Вот. Значит, сетевой разъем, который стоит вот отдельно сбоку, тоже DIN 5. Вот. И еще три разъема, которые рядышком находятся. Там магнитофон, там последовательный порт и видеовыход. То есть они ничем механически не отличаются. Это полностью абсолютно идентичные разъемы. И вот предполагалось, что советский ребенок, он настолько продвинутый, он настолько классно читает документацию, что он никогда в жизни не перепутает и разъем питания не воткнет там в последовательный порт или в порт магнитофона. Вот. Ну, я такого очень боялся, трясся над этим компьютером и такого, конечно, себе не позволял. Но вот такая вот гримаса унификации. Вот. Никакого повода для ошибки не должно быть. Вот. Ну, давайте теперь посмотрим на клавиатуру компьютера. Можно заметить, вот, например, особой болью была именно клавиатура управления. Ну, кнопочки управления, вот, которые неизвестный как бы сумрачный гений расположил именно стрелки влево-вправо и стрелку вверх на одной плоскости, вот, а стрелку вниз сделал спаренную и которая нажималась очень сложно. Сами кнопки, они тугие, они сложно нажимаются, там металлические контакты подпружиненные. Вот. Ну и, в общем, к этой клавиатуре, конечно, нужно было привыкать. Ну и тоже вы видите, что у микроши есть два пробела. Они абсолютно равнозначны, ничем не отличаются. Просто это сделано для того, чтобы не делать механическую поддержку, то есть не вставлять вот скобу, как вот в хороших клавиатурах, которые выравнивают, чтобы не перекашивались клавиши. Нет, ничего нету, там просто пружинки есть и все. Вот. Вот у меня есть такая раритетная фотография, на которой я сфотографирован, и видно, как вровень лежат пальцы человека, да? То есть вот мы смотрим на руку, у нас все-таки средний палец, он немножко вверх поднимается, да? Но тут вот мы как-то вот должны вот средний палец вот уместить в одну линию, вот. А кнопочку вниз, чтобы нажимать, вот ты должен как-то вот так вот пальцем еще вот попытаться от себя вот ее вот так вот нажать. То есть это вот у меня лапки, я ничего сделать ими не могу, конечно, это не могло проканать. Вот. Ты должен был играть вот в таком вот, вот такой вот позе, грубо говоря. Поэтому вот тут видно, что правая рука, она нажимает на кнопку вниз. Левая рука нажимает на кнопку вниз, а правая рука нажимает именно оставшиеся клавиши. Вот. Значит, разъем под джойстик на микроши отсутствовал. Вот. И поэтому я просто подпаялся к кнопочкам стрелочек, к кнопке пробела, вот, потому что обычно на этих кнопках было все управление в играх, но не всегда, это не было обязательным правилом. Вот. Значит, разъем на джойстике отсутствовал, ну и приходилось подпаивать самому. Вот. Джойстики, конечно, единственный раз был купленный, за пару дней он был сломан, потому что это стик. Стик обычно продавался. Вот. Если он пластиковый, то какой бы он крепкий ни был, все-таки пластик, он, тем более тех времен, он мог быстро поломаться. Вот. Ну, давайте теперь немножко поговорим о восприятии игр тогдашними детьми и современными детьми. Ну вот что делает ребенок, когда рядом с ним оказывается компьютер? Вот. Ну, конечно, он пытается на нем играть. Даже если компьютер не предназначен для игр, вот дети все равно придумают, как на нем можно поиграть. Вот что угодно. Вот я хочу рассказать случай, что нас один раз привели на экскурсию на завод «Атомаш» в городе Волгодонске. Вот. И в конце экскурсии завели вычислительный центр.
Не знаю, какие машины там стояли. Вот, может быть, и вот такие, то ли ЕСМВМ, то ли ДВК, то есть СМ, вообще понятия не имею. Вот. И нам дали, значит, посидеть за парочкой компьютеров. Вот. По сути, на нем был запущен просто какой-то вот зеленый терминал. Все, больше ничего не было. Мгновенно, сразу придумана игра, что, значит, курсорчик бегает, ага, буковки нажимаются тоже хорошо. Вот. Значит, с одной стороны экрана ставим несколько буковок О, это будут мишени. Вот. Перегоняем курсор на другую сторону экрана. Один, значит, вверх-вниз дергает этот курсор, а второй, значит, пытается в нужный момент нажать кнопочку «пробел». Когда пробел нажимался, клавиши уже курсора не двигались, и он поехал, и как, попадешь в цель или не попадешь. То есть максимально просто, максимально примитивно, вот, но уже какая-то есть игра. Вот. Вообще я ребенок, конечно, 20 века, и тут в зале очень много этого поколения людей сидит. Вот. И мы видели, как развивается компьютерная игровая индустрия. Вот. Но хотелось бы рассмотреть, как воспринимают вот эти старые игры современные дети. Вот. Этот доклад я, в принципе, задумал давно. И мне помогали его делать мои помощники. Здесь на фотографии там мой младший сын Тимошка, вот, а в зале сидит мой второй помощник, старший сын Федя. Вот Тимоша — это человек 20 века. Вот, как и все современные дети, он, что называется, родился с гаджетом в руках. Вот, 30 апреля 2021 года, к сожалению, он умер. Онкология, вот. Но я должен об этом сказать, потому что весь этот доклад я подготавливал, продумывал, когда он еще был жив. Извините, если я кому-то настроение испортил. Значит, ну вот, в общем, я буду рассказывать, что я помню. Мы играли с ним в игры на микроши, и он ему действительно нравилось. Вот. Несмотря на то, что он привык играть в игры на планшете, вот, на домашнем компьютере, на PC, вот, иногда он меня все-таки просил. Он говорил: «Папа, давай поиграем на микроши. Вот давай поиграем в Непоседу или вот в ту вот безумную игру про пришельцев». Я спрашивал: «А чем же тебе они так интересны?» Вот. Ну, он говорил: «Ну, они вот такие вот безумные, что в них хочется играть». А я спрашивал: «Ну, может быть, ты имел в виду, что они необычные?» Вот. Он говорил: «Ну да, необычный, но и пытался выразить, что-то есть еще». Вот. Но он не мог выразить это словами. Вот, возможно, он, как и я, чувствовал вот эту вот странную притягательность именно черно-белых, простых вот таких вот игр. И я думал над тем, из чего складывается вся эта притягательность. Как минимум для тех, кто на уровне чувств въехал вот в эту вот черно-белую атмосферу. И, значит, первое, что я считаю, что, во-первых, это контраст. Вот. То есть максимально контрастная картинка, вот, которая она, ну, это большего контраста придумать в принципе невозможно. Да? На цветном компьютере все-таки будут какие-то полутоновые переходы. Вот. Контраст, вот, получается, что он все-таки диктует свою стилистику. Вот. Во-первых, контраст легче воспринимается человеческим взглядом и позволяет фокусироваться именно на объекте игры. Вот. Особенно если этот объект не окружен никакими, ну, другими какими-нибудь предметами. Вот. Да, на старых консолях цветных картинка тоже была контрастная, да, мы это знаем. Вот. Но здесь именно контраст микроши и контраст радио 86К, по сути, был возведен в абсолют. Вот. И радикально черный фон. Вот. Ну, он, конечно, не совсем был черный, зависело от телевизора, от его настроек. Вот. Но любители космических леталок меня поймут, что чернота все-таки создает некую космическую глубину. Вот. Все черные незаполненные части картинки, они все-таки таят в себе некоторую загадочность. Вот. То есть полное отсутствие изображения
тоже в какой-то части экрана все равно играет свою роль. По классике, кстати, терминал — это белые буквы на черном фоне. Вот. И вот этого черного фона, как я считаю, все-таки спектрумисты были лишены, потому что по дефолту вот тут вот с правой стороны показан экран спектрума. Вот. Там было все, это был культурный шок для меня, когда я увидел спектрум. Вот. Черные буквы на белом фоне, как так? Такого быть не должно. Есть электронно-лучевая трубка, она должна, электронный луч должен высвечивать именно буквы, а тут все наоборот, инверсия. Вот. Ну, правда, в спеке можно было переключить цвет, но мало кто этим заморачивался. Вот. Во всяком случае, мои ребята знакомые, которые, у которых был спектрум, они зачастую знали только одну единственную команду LOAD с двумя кавычками, и все. Их интересовали только игры. Вот. Но с Миктрошей по многим причинам только игры интересовать человека невозможно было. То есть там нужно было получше разбираться. Вот. Ну и в-третьих, это постановка задачи в игре. Вот. То есть обычно все-таки не было готовых образов. То есть все в играх микрошевских радио 86РК, они достаточно, все было достаточно условно. Вот. То есть все рисовалось, естественно, в лучшем случае псевдографикой, но из-за того, что она была крупная, было невозможно что-то нарисовать. Вот. И рисовалось обычно все именно из символов асцишных, ну, точнее, из символов того набора, который был на микроше. То есть обычно игра происходила так. Вначале читалась какая-то задача или там постановка, ну, что происходит в игре, объяснение, и потом шла игра. И вот если ребенок читал, что ваши руки совершенно случайно попал пульт управления лазерной защиты Земли, вы должны защитить Землю от пришельцев. Все, значит, у него включалась фантазия. Вот, и когда шла игра, уже все, что не было нарисовано на экране, мозг ребенка дорисовал уже в его воображении. Вот. И вот давайте для примера посмотрим, какие символы использовались и что они могли обозначать. Ну, значит, человечка. Все понимают, да? То есть этот человечек со странно изогнутыми ручками, с ножками в растопырку, вот. Он никак не анимировался, то есть там ни вправо, ни влево он там никак не двигался, он просто вот в такой позе перепрыгивал боком в одну сторону, там вверх, вниз, справа, влево. Вот. А теперь я хотел бы вот предположение из зала услышать, что мог обозначать вот этот вот символ вот рядом с человечком. Ну, дерево очень редко обозначало. На самом деле это стрелочка вверх. Вот. Это стрелочка вверх. И она могла обозначать, например, полицейского. Предполагалось, что стрелочка вверх, вот это шапка у него. То есть вот фараон, полицейский, вот что-то вот из этого. Ну, или, например, кол, на который нельзя сверху падать, потому что будет очень больно. Ну, хорошо. Вот следующее, это очень следующая строка, это очень просто. Что может быть обозначать буква О? Ну, я даже понимаю, что да, шарик, мячик или какой-то камень, да? Вот. Посложнее, что может обозначать буква Н? Что-что? Правильно, лестница. Вот. Особенно много букв N. Вот. Это длинная лестница будет. Вот. На микроше, кстати, была такая игра. Лестница так и называлась. Хорошо, знак равно что может обозначать? Платформа. Да, это платформа, то есть родоначальник платформ. Вот платформе раньше выглядели вот так. Верхняя полосочка — это верхняя часть платформы, нижняя полосочка — нижняя часть платформы. Вот, а теперь пошло сложное. Что мог обозначать знак процента? Муха. Не видел такой игры на микроше. Сделай. Ну хорошо, муха, предположение. Значит, на самом деле это дерево. Дерево с листочками. Это палочка,
посередине, а сбоку листочки. В игре клад так и, ну, например, так было сделано в игре клад. Буква «Ж» что могло быть? Паук? Ну, да, паук или таракан. Была такая игра, вроде там были. Вот. Но еще буква «Ж» — это машинка. Вы же видите, что тут есть четыре колеса и в середине корпус. И даже оси видны у этой машинки. Вот. Ну и самое сложное. Вот что за ругательство внизу написано? Нет. Но игра могла так называться. Так, тут специалистов по микрошу тут нету в зале, да, и по радио 86 РК. Ну хорошо, тогда я озвучу. Значит, вы видите на экране непонятные символы. Это какие-то крокозябры, крокозябрики. То есть это монстры на самом деле. В игре Pac-Man, в клоне, так сказать, в реализации для микроши, вот, Pac-Man, это он был кругленький, буквой О обозначался, а вот монстрики обозначались вот такими вот непонятными символами. Так. Ну и, конечно, в конце этого блока можно сказать, что для того, чтобы полноценно играть в игры на микроши, нужно было хорошо натренировать нейросетку своего мозга, чтобы она строила промежуточные кадры, чтобы, видя кадр один, ну, как человечек стоит на одном знакоместе и перепрыгивает на другой знакоместо, чтобы в мозгах у тебя это движение, ты сам себя убеждал, что это движение плавное. И я хочу сказать по собственному опыту, что если достаточно долго поиграть в микрошевские игры, вот этих вот переходов, вот этих перещелкиваний уже не видно. Мозг как-то сам достраивает или не обращает внимания, или достраивает эти промежуточные кадры. Я не могу точно это сказать, но вот эти вот ограничения на знакоместа, они перестают особой роли играть на самом деле. Вот. Ну хорошо, мы представляем себе, что из себя представляют микроши, что из себя представляют игры на микроши, и мы хотим написать свою игру. Конечно, в первую очередь нам потребуется документация. Значит, хочу сказать и выразить большую благодарность авторам, значит, документации на ПВМ Микроши, которая шла вместе с компьютеров. Это удивительная книга, там чуть больше 200 страниц, в котором написано и устройство компьютера, и программирование портов, и программирование на Basic, и программирование на ассемблере, и программирование в машинных кодах. И все это написано максимально простым языком, так, чтобы человек вообще, ну как, с нуля, так сказать, мог полностью въехать в эту тему и в конце концов научиться программировать и на Basic, и на ассемблере. Вот. Полная черезпрощая информация. Вот. Она была написана таким техническим языком, но очень просто. И из предположения того, что человек практически ничего о компьютерных технологиях не знает. И это на самом деле был очень хороший и очень правильный подход. Вот. Потому что, по сути, имея единственную эту книгу, действительно можно было разобраться в программировании как минимум на Basic, на ассемблере, в машинных кодах и как устроен 8-битный компьютер. Там была полная информация. Вот. Естественно, немного помогали другие издания. Вот. В какой-то момент у меня появилось вот приложение «Юный техник для умелых рук». Там на протяжении нескольких выпусков, точно так же, как и про компьютер «Радио 86 РК» в журнале «Радио», так и в этом журнале стали делать свой компьютер, который назывался «Ют-80». Он был на том же микропроцессоре 580-й серии. Вот. И, значит, в этом журнале был такой классный, очень подробный чит-щит с командами микропроцессора, который можно было прям повесить на стену и как бы пользоваться как справочником.
Вот. Еще вот у меня была книжка «24 этюда на бейсике». Может быть, у кого-то в детстве она тоже была. У кого-то был там профессор Фортран, у кого-то еще что-то было. Вот у меня единственная книжка была, вот «24 этюда на бейсике». Бейсик там был особенный, свой, описанный, видимо, с какой-то другой ПВМ, я сейчас уже не помню. Вот. Но, в принципе, можно было адаптировать его на микрошу. Я несколько игр оттуда адаптировал именно бейсиковых. Вот. К сожалению, они были потеряны за давностью лет. Вот. Ну и, конечно, можно было бегать в библиотеку и в читальном зале читать журналы радио. Журналы не отдавали. Это был читальный зал, а читальный зал — это такое место, где на руки не отдают. В библиотеке отдают, а в читальном зале на руки не отдают. И вот если тебе нужно, например, взять 16-ричный дамп памяти, вот он виден он вот здесь, вот это называется дамп памяти, вот. Ты должен был сделать двойную работу, то есть прийти с тетрадочкой и переписать без ошибок, значит, со страницы журнала, прийти домой и без ошибок вбить это все дело в компьютер, и потом только сохранить это на магнитную ленту. Вот. Очень жестко это было. Вот. Пару раз у меня получалось это сделать и адаптировать какие-то игры, которые были написаны для радио 86РК, и адаптировать его под микрошу, но не более того. Тем более, что журналы были в страшном состоянии. Вот. В страшном состоянии, и очень часто страницы вырывались. То есть бывали люди, которые понимали, что просто так они это не перепишут. Они втихую, значит, вырывали листочек с дампом памяти, и все, приносили к себе домой, все остальные оставались без информации. Ну, было и такое, конечно. Вот. Но для того, чтобы понимать, насколько с нуля приходилось разбираться, вот я могу рассказать, что вначале я даже не мог осознать, как вот байты располагаются в памяти и как запускается программа. То есть вроде как вначале понял, вот, и вроде прочитал и про ассемблер, и почему ассемблер отличается от 16-ричного дампа, в чем разница, почему ассемблер тоже нужно компилировать в 16-ричное представление. Вот. Но поначалу было непонятно. Я даже запускал пакет, который назывался «Редактор» и «Ассемблер». Вот. Одна часть редактора позволяла писать на ассемблер, а вторая часть ассемблер перегонять именно в исполняемый код. И вот я пытался вначале прямо в редакторе написать 16-ричный дамп с адресами, потом, то есть адрес, потом 16 циферек, адрес 16 циферек. Это пытался скомпилировать, естественно, ничего это не компилировалось. Вот. Я несколько раз перечитывал документацию, там въезжал, и в конце концов разобрался, как все это делать и в чем отличие. Вот. Но, то есть, документация была, оказывается, все-таки она была полноценная. То есть от и до было полностью расписано. Ну и давайте переходить теперь ко второй части. Это игры. И вот первая игра, которую я написал, называлась «Бумеранг». Я всегда мечтал о хорошем арканоиде на микроши. Потому что на первой кассете шла игра, которая называлась «Цирк». В принципе, это арканоидоподобная игра. Она была написана на бейсике. Вот. С помощью команд перемещения курсором. Это очень медленные команды. Вот. И, значит, все так очень как-то тормозило. То есть там никакого аркады в этом не было совершенно. То есть это очень медленная такая какая-то штука, как гусеница, значит, внизу ползет вот эта бита, и должен человечек на ней прыгать. Значит, если человечек на край вот этой платформе попадает, он подпрыгивает высоко. Если в центр, он очень невысоко подпрыгивает, и вот до вот этих шариков сверху, предполагается, что это шарики, он не долетает. И должен собрать все шарики, абсолютно все, то есть подчистую зачистить, значит, вот верхнюю часть экрана. Вот. Ну и, значит, было решено делать арканоид. Вот. Почему решено арканоид? Да потому что первый опыт написания хоть какого-то, записывания какого-то байта в экранную память, оказалось, что его можно записать, просто ты пишешь байт
в экранную память, и там появляется нужный символ. Все, в принципе, на этом игроделание можно считать уже состоявшимся. Уже все понятно, что там можно сделать. Вот. И я для интереса написал просто движение биты, чтобы она ездила вправо-влево, когда нажимаю кнопочки. Вот я написал эту первую тестовую программу, нажал кнопочку, и бита просто с сумасшедшей скоростью как бы жук, уехала, там как бы переехала на следующую строчку и, в общем, исчезла где-то в глубине оперативной памяти. Вот. Нажал в другую сторону, тоже она уехала, куда-то заехала на стек, вот, все закрешилось, но это было понятно, что вот он ассемблер, вот она скорость. Basic тут, конечно, в этом смысле полностью проигрывал. Вот. И никакой альтернативы, кроме ассемблера, для написания игр не было. Вот. Значит, сделал вот эту вот игру. Вот. И, в принципе, сейчас у меня здесь есть бумеранг. Вот. Вот как она выглядела на экране. Вот такой получился арканоид. Достаточно быстро, это средняя скорость. Там скорость регулируется от 0 до 9. Вот. Значит, все играется сразу в экранной памяти. Основная задача не выбить все кубики, а попасть в плюсики, которые вот есть вот в центральной части экрана. Вот видно эти плюсики, вот нужно туда попасть битой. Немножко все глючит там в бите. Если в самый край попадет этот бумеранг, появляется там дырочка, и ты теряешь как бы попытку. В общем, вот такой вот арканоид, в принципе, достаточно играбельный, как мне на тот момент казалось. Конечно, хотелось его развить, конечно, хотелось, там, чтобы выпадали какие-то интересные там предметы, бонусы и все остальное. Вот. В общем, это первая игра была такая. Так, следующая игра. Значит, я не помню, я говорил, что это именно раритет, что первое представление этих игр. 30 лет лежали на кассете и на дискетах. Вот, были недавно специальным образом восстановлены. Спаяна платка, которая была захвачена, захватила с кассеты. Вот, и потом играл на эмуляторах, а потом восстановил свой компьютер Микрош и мог играть на ней. Так, следующая игра. «Летающая крепость» называлась. Пафосное название. Вот. Были названия еще, как в проекте назвать, например, «Властелин неба». Вот. То есть максимальная леталка, стрелялка, расстреливалка. Понятно, что эта игра была навеяна игрой «River Raid». Вот. Спектра у меня не было. Я мог наслаждаться только ходить в ближайшее общежитие, где на первом этаже в закутке стоял этот спектрум, и за денежку можно было там поиграть. За денежку можно было поиграть другим детям, но не мне, потому что у тебя дома есть компьютер. Вот, играй дома, не трать деньги, не ходи и не играй на этом спектруме. Вот, поэтому дома я решил сделать вот такое вот некое подобие этой игры. То есть тут есть топливо, летит самолетчик, топливо кончается, топливо нужно постоянно пополнять. Вот есть вот прямоугольничек беленький сразу за мостом. Вот это вот топливо, на которое, если наедешь, несколько единичек прибавится. И все время нужно держать, кстати, баланс этого топлива. Вот. Нельзя, чтобы оно полностью кончилось, и нельзя переполнить баки. Вот. Пополняется топливо путем, значит, когда ты на него наезжаешь. Вот. Значит, в этой игре была проблема, и этот вот скриншот сделан именно с настоящей микроши, не с эмулятора. То есть предыдущая игра, она детерминированная, вот, она простая, а здесь используется генератор случайных чисел. Вот. И я как ребенок, вот как мог, так и сделал генератор этих случайных чисел. Вот. А в тот момент я, конечно, понял, что оказывается, насколько сложно сделать такую простую вещь, как хороший генератор случайных чисел. Никакой литературы у меня не было. Вот. И, в общем, я
сделал какие-то там битовые там сдвиги, там перемешивание какое-то бит делал, вот, но все равно это все работало достаточно предсказуемо. Вот, и я считывал какие-то данные из аппаратных счетчиков, которые есть внутри микроши. Вот. Но, значит, к сожалению, эти счетчики, видимо, в каких-то микросхемах, они при включении, они каким-то макаром инициализируются на какой-то режим работы. Вот. И оттуда можно брать числа, и они, это самое, подмешивая их к своему генератору случайных чисел, можно вот так вот достаточно неплохие случайные числа получать. Вот. Но об этих режимах эмуляторы, которые сейчас существуют, не все знают. Вот. Либо немножко неправильно эмулируют. Я с товарищем Пыхониным договаривался, он что-то доделывал там, но почему-то вот на этой игре я все равно этого добиться не смог, чтобы правильно генерировать случайные игры, поэтому дорога в эмуляторе все время уходит вправо и ничего на ней не появляется. Вот, пришлось делать с реального компьютера. Так, следующая игра. Следующая. А, так, подождите. Геймплей. Ай, господи, где ты там? Медиаплеер, а, VLC-шка, вот она. Так, летающая крепость, Диана, вот она. В общем, вот так вот это все выглядело. Значит, выстрелы происходят при поворотах. То есть ничего нажимать не нужно, только рули вправо-влево и успевай отстреливаться, успевай пробивать мосты. Успевай пополнять запасы топлива, либо не пополняя их слишком много. Ну, вот так вот это все делается. Так, я не помню, тут какой-то... Да, вот видно, что генератор все-таки не совсем хороший, потому что дорога ушла влево, и вот она вот как-то в другую сторону особо не попадает. Ну, в общем, вот так вот это все выглядело. Так, дальше поехали. Третья игра называется «Непоседа». Это быстрая, простая аркада. Вот. В принципе, просто двигаются платформы. Вот. Просто двигаются платформы, и человечек должен подняться на самый верх. Опускаться вниз нельзя, потому что тратится попытка. Вот сейчас видно, что 8 попыток, это потому что человечек упал. Вот 7 попыток осталось. То есть если начал путь наверх, то будь добр, значит, забирайся на самый верх, добирайся до самого верха. Вот. И количество уровней здесь не ограничено, но каждый уровень повышается скорость. Таким образом, ну где-то уровни на 10-м, там уже просто глаз не успевает, по сути, замечать, как двигаются вот эти вот дырки. И игра происходит уже, по сути, на интуитивном уровне, но там тоже можно пройти его. Вот сейчас человечек доберется, все, и добрался до второго уровня, все, поехало чуть-чуть быстрее. Может быть, это незаметно, но это так. А, значит, там хитрость вот в чем. Нет, двойную вообще нереально. Одинарную ямку как получится. Но вы понимаете, что все посимвольно. Если едет, значит, ямка, а сверху человечек, и они за один кадр поменяются по диагонали как бы местами, то человечку повезло, он перескочил эту ямку. Вот. Если же он оказался четко под этой ямкой, он вниз уедет, он вниз свалится. Вот такая вот очень простая, но, как оказалось, очень занятная вещь. Вот. Дальше. Следующая игра. Вот. Ну, игра «Жизнь». Реализация клеточного автомата Джона Конуэя, как было написано в каком-то журнале, по-моему, в журнале «Наука и жизнь» это была статья. Вот. Я так понимаю, что многие знают, что это такое. То есть это на самом деле не игра, а просто такая штука, в которой задаешь вначале первоначальную комбинацию из клеточек. Вот, и эта колония клеточек начинает развиваться. То есть вокруг, если вокруг одной живущей клетки окажется, по-моему, больше трех
еще особи, то эта клетка от перенаселенности погибает, и она на следующий шаг не переходит. Вот. И если вокруг вокруг пустого поля есть ровно три живых особи, то на этом поле появится еще одна клеточка. Ну, тут можно просто это лучше показать. Вот. Значит, вначале такой редактор, рисуется начальная колония. Вот. И запускается на исполнение. Вот. Все это очень неспешно. Весь обсчет, конечно же, опять же, происходит в памяти. Вот. То есть вот можно видеть, с какой скоростью вот это все происходит. Здесь происходит... Вообще можно было реализовать всю эту анимацию в один поток, в один проход, но мне тогда мозгов не хватило, сделал в два прохода. Вот. Первый проход он создает вот вместо букв О нолики, это новые, значит, клеточки, а второй проход превращает эти нолики в настоящие клетки. И при этом убирает те клетки, которые погибают от перенаселенности. Что-то такое. За давностью лет я уже не помню. Так. И все, у нас осталась последняя игра. Игра эта называется «Алфавитные пришельцы». Значит, на этой ужасной клавиатуре все равно ты должен научиться хорошо печатать, чтобы быстро составлять свои программы. Вот. У меня была книжка небезызвестного товарища Шахиджаняна, имя, отчество не помню, ВВ Шахиджанян. Вот. Причем она называлась «Соло на пишущей машинке». Именно на пишущей машинке. Позднее у него появилась книга «Соло на клавиатуре». Предполагалось уже, что это на клавиатуре компьютера. Вот. Но изначально было именно «Соло на пишущей машинке». Вот. Вот это и есть, значит, игра про космических пришельцев, что вы управляете пультом управления лазерной защитой Земли. Вот. Сверху сыпятся буковки, либо циферки, либо буквы русского алфавита. В общем, три режима — цифры, английские буквы и русские буквы. Вот. Прилетело 250 пришельцев. Вот, и, значит, 250 раз ты должен хорошенько отстреляться от этих пришельцев, не дать им опуститься на землю. Вот. Внизу написано, что захваченность, вот видно, 7%. По-моему, если то ли 20, то ли 25% земли, если захвачено, то пришельцы победили, и там сделан с помощью жуткого перепрограммирования, по сути, записывание случайных чисел в видеоконтроллер, который там есть. Вот, какие-то жуткие вещи на экране происходили, и появлялась надпись, ну это я сверху уже наложил, «Планета уничтожена, Земля покорена». Значит, в демо-зале, в демо-зоне в нашей стоит живой компьютер Микроша, вот. Значит, и я здесь делаю свой собственный небольшой конкурс. Вот. Можете подойти и попробовать поиграть в эту игру. Вот. У Микроши раскладка не QWERTY, а раскладка Джукин. Вот. Вот кто первый выиграет в эту игру, сможет пройти 250 раз. Значит, там можно ошибаться, я имею в виду, что там не так, что без права на ошибку. Пришельцы прилетают, некоторое их количество может сесть на землю. Вот. Значит, кто сможет пройти на раскладке Джукин на английской эту игру, вот, тому приз 1000 рублей. Вот, наполовину окупить можно билет на House Construction. Вот. Ну все, на этом мой доклад окончен. Благодарю за внимание. Благодарю наших организаторов, что они постарались, сделали такой хороший фестиваль. Вот. И всех, кто пришел, поддержал, принес сюда технику.
Вот, всех, кто участвует, и всех, кто, конечно, прислал сюда работы. Большое вам всем спасибо.